Россия высылает 60 американских дипломатов и отзывает согласие на работу генконсульства в Петербурге. 58 сотрудников посольства США в Москве и 2 работника американского генконсульства в Екатеринбурге должны покинуть Россию до 5 апреля. А здание петербургского консульства должно быть освобождено не позднее 31 марта. Решение принято в ответ на высылку российских дипломатов из США и закрытие генконсульства в Сиэтле. Мы не будем просто реагировать, так сказать, реактивно на то, что делает в отношении нас англосаксонское звено, заставляя всех следовать антироссийскому курсу, мы хотим установить истину. Для выяснения обстоятельств отравления Сергея и Юлии Скрипалей Россия предложила созвать сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Сергей Лавров также заявил, что Москва примет зеркальные меры в отношении и других стран, выславших российских дипломатов 26 марта.